Я бы сказала, что это, наверное, больше осенние кеды от бренда Michael Kors из новой коллекции. Видите, по бокам вот здесь вот плетеная кожа такая. Они, в принципе, такие достаточно плотные. Внутри, как всегда, тканевая хлопковая подкладочка. То есть, кто любит и ценит внутри обувь, так чтобы была тканевая. Ну, аккуратненький носик такой, круглый. Шнурки. Кстати, по моему опыту, вот эти шнурки обычно не развязываются. Вот, сзади тиснение MK, а здесь объемные буквочки вот на подошве Michael Kors. По периметру они пришитые. Подошва молочного такого цвета, не белая. Ну, в принципе, на осень коричневые. Это все подойдет, но при этом будут очень необычно смотреться, как там стандартные черные кеды, например.